согласно инфографике, на 8 сантиметров Георгий выше своего соперника. Несколько хороших лоу-киков нанес Александр Красовский. Проваливает с левым боковым Красовский. Хороший удар ногой в голову от Журавского. Несколько острых джебов он уже успел нести. Хороший фронт. Да, активно начинает работать с ногами Георгий. Использует он свои длинные конечности. Попытка удара с развороту. Да, Красовский, мне кажется, слишком зажат. Журавский поменял стойку. Подхватил ногу, перевел своего оппонента. И я думаю, вот где-где, а в борьбе у него будет огромное преимущество над своим оппонентом. Наблюдал я за первым поединком и одного, и другого. И Александр в партере совсем ничего не показал, а Георгий достаточно хорошо себя и комфортно чувствует в партере. Пассивная защита у Славян Красовского. Журавский включается. И совершенно логичная, быстрая остановка победы Георгия Журавского. Улучшает он свой профессиональный рекорд до 2 побед. Поздравляем его с этим. Перебединка Вячеслав Киселев остановил бой через минуту и 7 секунд первого раунда техническим нокаутом. Победу одержал Георгий Журавский, Самара. Аплодисменты его сопернику Александру Красовскому. И общее фото с нашими очаровательными Ринкелс.